Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп на цоколь H4 от компании RS серия Ультра с температурой свечения 5000 кельвинов. Комплект поставляется вот такой вот обычной картонной упаковке. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы мощностью 35 ватт. Подключаются они сугубо на 12 вольт. Дальний и ближний свет в одной лампе, как мы все знаем, цоколь H4. Блоком розжига подключаются тремя разъемами, два из которых идут стандарта CAT, есть еще стандарт AMP. Температура свечения, напомню, 5000 кельвинов. Вот, заявленный световой поток около 3000 люмен выдает данные лампы. Вот, сейчас мы подключим их на провода, то есть к блокам розжига, питание 12 вольт, и визуально посмотрим, как они будут светить. Подключили лампы на питание 12 вольт и подаем питание на них. Лампы у нас загораются, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ну, ксенону, конечно, яркости не занимать. Вот поэтому обязательно после того, как устанавливаете ксенон, автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. Температура свечения заявлена у нас 5000 кельвинов. При покупке на комплект ламп распространяется гарантия обязательно. Дополнительные характеристики и стоимость комплекта ламп вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.